Всем привет, всем друзья, это я, Марк, и сегодня я вам покажу, почему у меня такой маленький экран на ютубе, это у меня планшет. Ну, все многие знают, что я в Железногорске, потому что я в Железногорске, я уже, ну, это сначала башки деревни, теперь я прошел квартиру в Железногорске. Это я живу в Железногорске уже просто так. Потому что эвакуация была вчера. Сейчас я вам покажу, какую я люблю игру играть без интернета. Я в Железногорске. Давайте покажу. Ну, Wi-Fi у меня есть, но только мы не даже не починили. Мой сон починил, уже кто-то вообще нет. А теперь, ну, у нас сказали, деньги будут 900 рублей. Ну, это нормально. Ну, все, давайте погнали. Наверху. Ну, мне не попадают. Ай, попали. Я еще играю Robux и Chicken Gun. Не, я не хочу, что мне уже пить. Вот такой пистолет может умереть. Вот. Мы получили деньги. Ну вот. Вот так. Ребята, всем пока.